Сынок, собирайся, пойдем в больницу, узнаем, почему у тебя горло болит. Мама, нет, я не буду никуда идти, не. Да они просто посмотрят. А я тебе за это ту машинку куплю. Ту синюю, что я давно хотел? А точно просто посмотрят, но если так, то я согласен. Да не бойся ты, они просто посмотрят. Проходите, ложись на кушеточку. Шире ротик открываем. Угу, ага. Понятно все, операцию нужно делать, гланды удалять, согласны? Конечно, согласны. Мама, какая операция? Мама, он же должен был просто посмотреть. Нужно будет после этого еще 18 уколов сделать. Да, делайте все как нужно. Какие уколы? Мама, нет, мама, куда он меня тащит? Мам, все, ты мне купишь игрушку? Какая игрушка? У тебя дома и так полно игрушек. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком,